Библиотечно-информационный методический центр Одинцовского округа 10 февраля запускает новый проект «22 вопроса к». В рамках проекта один раз в месяц в библиотеке округа будут приглашать гостей из разных профессий и сфер деятельности, чтобы задать 22 важных вопроса. Например, о любимой литературе, увлечениях и профессии. В роли интервьюеров будут выступать ученики старших классов и студенты, а также зрители онлайн.